Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Се Чайтанна Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Се Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манухара Ванчакалпатарувашикипасиндубевача Патитанам Павуне Бхавишнабхибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангунглам Хайтагирим Яткипатамханг Банди Парамананда Мадвам Бриндавай Тусиде Пайпиявай Кешавасача Кришна Бхакти Пади Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Жайо Муги Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Равиндам Ятпада паллавана качанда мани чатая Биспуржита кема пикабавадушва дарши Пурнанурагура сасагура сарамурти Сарадхика мои када кипам кроши Си Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита бхужау канука бодато Шанкиртаной капитару камала ятакшо Вишамбару дижабару джугадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Аджануламмита бхужау канука бодато Санкиртаной капитару камала ятакшо Вишамбару дижабару джугадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наданам Гангат Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно прияманам гумада пхарам
Varanusipurapati Bhajavishanatham Vagishajushavadane Lakshmir Jasacha Bhakshasi Jasyasti Hide Sambhid Pam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Shado Pasha Siman Dhitamana Jukavai Panaitam Bahut Virgi Banui Girisa Parameshti Pratibhivi Savakti Vyasudhyam Nijavaja Namudram Upadisham Sachaitanya Kingimi Punarapidiswari Aswatipadam Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that to get established in the acharan of Sri Chaitanya Mahaprabhu is called actually preaching. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что утвердиться в идеологии и философии Махапрабху — это есть настоящая проповедь. Вот как говорится в этой шлоке. Когда Шри Чайтанья может явиться в нашем сердце, сегодня день явления Шримана Махапрабху. Шрила Прабхупад говорит, Шриман Махапрабху должен явиться в нашем сердце, в сердце каждого сегодня. Шриман Махапрабху должен явиться в сердце, в нашем сердце и в сердце каждого. И это и называется настоящее явление Гауди Махапрабху. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что утвердится в очаровании Шри Чайтаньи Махапрабху, в его, и это зовется проповедь. Мы видели, Шрила Гуркишвардас Бабаджи Махарадж никуда не ходил на проповедь. Гуркишвардас Бабаджи Махарадж или Бхактивинода Тхакур, они тоже не ездили ни в какие западные страны на проповедь. Ни Рупа, ни Санатана, ни Наротам Тхакур, ни Шриниваса Ачарья, все они активно проповедовали. Но в западные страны не ездили. И вот их проповедь была очень так стабильна. 500 лет назад было попроще с технологиями, поэтому проповедовали они в своей местности. И вот действительно чудо, что это произошло, почему у них такая была результативная проповедь, поскольку у них было бхакти. Я могу привести пример Парикшит Махараджа, о Амбариш Махараджа. И вот на нем говорится, что он был повелитель из семи континентов. Но как он всем это всем правил такую огромную территорию? Это чудесно. Как это возможно? И в то же самое время он был занят Кришна-севой.
Причем всеми девяти способами служил Кришне. Сейчас двумя мало кто может даже одним видом служения заниматься. И то далеко не все могут, а он занимался сразу девятью. И как это возможно? Как это возможно, что Юдхиштхир Махарадж, он был самодержавцем или Парикшит Махарадж? Единственная причина в том, что у них было бхакти. Мы думаем, что кто-то бодибилдер, хоть он думает, что он тело и этим занимается, но Шрила Прабхупад говорит, что бхакти сиддханта — это не гимнастика. Шрила Прабхупад говорит, бхакти сиддханта, бхакти — это не гимнастика. Что мы будем заниматься зарядкой, мышцы нарастут. Нет, это автоматически. Бхакти — это шакти. Без бхакти — все, что у нас есть. Все остальное, что у нас есть, оно бесполезно. Главное — это бхакти. Если у нас есть бхакти, то тогда мы могущественны. И как это возможно, что наши Гурварга, Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, Кешава Госвами Махарадж, Кришнадас Бабаджи Махарадж, они никогда не отдыхали. С самого начала парикрама. До самого конца. Они ходили, не останавливаясь. Что же за витамины они принимали? Откуда они обрели такую силу? Гурупад Падма и наши Гурварга говорили, вот никто не видел, что Кришнадас Бабаджи Махарадж спал ночью. Как это возможно? Откуда они черпали вдохновение и энергию? Это благодаря бхакти. Бхакти — это шакти. Мы думаем, какие-то деньги, власть может помочь нам, но на самом деле бхакти — это шакти, это главное. И вот хотя Парикшит Махарадж никуда не ходил, или Парикшит Махарадж, или Юдхиштхир Махарадж, ни в какие западные страны они не ездили, но они повелевали всем миром благодаря бхакти. И вот Шрила Гаур-Кешава Дас Бабаджи Махарадж, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, все они, все знают их имена. Кто не те вайшнавы, они все знают, кто они. И вот главное, чтобы утвердиться в Ачароне Шри Чайтанья Махапрабху, это очень сложно. Но все же мы должны сделать это, нет другого пути. Мы должны утвердиться в Ачароне Шри Чайтанья Махапрабху. Ачарон значит, я должен объяснить много вещей, как оставить материю, какие-то вещи могу рассказать, как Махапрабху дал совет Рагунатху, Рагунат Дас Госвами. И вот дал ему такой совет, что мы не должны думать и говорить о материальных вещах, не стремиться к изысканной еде. Но еда — это не только, значит, какая-то снеть. Также уши, глаза, они тоже хотят наслаждаться какими-то изысканными звуками, образами. И вот Упанишамита Бхактивинода Тхакур, Рупа Госвами Пада, объясняет эти вещи. Это очень странно, как контролировать свои органы чувств, что практически невозможно, но возможно. И после этого
можно обрести возможность совершать харинам, санкиртан, совершать харикат, говорить харикатху. И вот после третьей шлоки шикшаштаки, и в шастах говорится, только после того, как мы оставим материю, когда все наши органы чувств, они будут заняты в харинаме, в служении, когда все наши органы чувств, они обретут тот момент я упустил вот этот. Сейчас Махарадж повторит. И вот Атахши Кришна Намади, материальные органы чувств, язык и все остальное, они не могут достичь Кришны, поскольку Кришна Напракрит, трансцендентен, и как же это возможно? И вот когда все наши органы чувств, они готовы совершать позитивное служение. Почему именно позитивное служение? Есть негативное служение, служение майя. Это тоже Бхагавад-сева, но в обратном направлении. И вот Бхагавад-сева, когда все наши органы чувств стремятся к служению Кришне, то в это время мы можем повторять харинам, совершать киртан, повторять харикатху. Это возможно. И только у вас и тогда есть право проповедовать. И так, естественно, если вы получите указания от вайшнавов, иначе нет толку. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он сам Верховный Господь, его проповедь была великолепна. И вот так много вещей мы должны учитывать, как наставление данное Рагхунатха Дасом Гасаем и Рагхунатха Дас Гасаем. И Махапрабху также хотел сказать то, что Камини Канчан Лабхапудзе Пратишча, невозможно их оставить, говорить лекции, просто делать на практике то, о чем говорят, далеко не так просто. Махапрабху сказал, Камини Джошит, Канчан Джошит, Пратишта Джошит, all Джошит. Even if I like to get Пратишта, no problem, money not. Среди опасностей на пути Паджана кто-то думает, что женщины опасны, но далеко не так. Стремление к дешевой славе гораздо более опаснее. И вот when all love puja pratishtha everything going to contaminate your heart, in that case is compared with one sapacharamani, when a very low caste lady is compared pratishtha sadhishtha sapacharamani me dinate pratishtha sadhishtha sapacharamani. Also different rupa shapa writing, there was so many things. И вот пока стремление к пратиште в нашем сердце, как према, Кришна према, может задеть наше сердце, явиться в нем, как это невозможно. И према — это наивысшая цель, чтобы обрести Кришна према. И проповедь, значит, мы должны помогать обычным людям, обусловленным душам принять Ачарон Шри Чайтанья Махапрабху и достичь того уровня. И если я не могу помочь им, то наша проповедь бесполезная. Поэтому
в Вайпуране мы знаем, Махапрабху много раз говорит. Много примеров я могу привести, но времени мало, как когда Махапрабху хотел организовать драму в доме Чандрашека Ачарьи, в Чайтанья Бхагавата можно найти Махапрабху. Он хотел танцевать там в форме Махалакшми. И в этом случае Махапрабху сказал каждому, всем преданным, те, кто не могут контролировать свои органы чувств, они не могут участвовать в этой драме. И все сказали, что мы недостойны участвовать в этой драме. Что же делать? Махапрабху засмеялся, если вы не можете контролировать свои органы чувств, то кто может? Поэтому приходите по моей милости, по моему желанию, никакое вожделение не затронет ваше сердце. И таким образом, в Пурушоттам Даме Махапрабху хотел наказать Чота Харидаса. И вот что он сделал, вроде никто не знает, но Махапрабху, сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, он знает, что это Чота Харидас, приняв отречение, захотел какую-то женщину. То есть его проблема была то, что он дал обеты, которым не может следовать. И Махапрабху решил наказать его показательно. Он и Махапрабху сказал ему, чтобы тот не показывался ему на глаза. И вот прошел год. Думали, что Махапрабху его как-то простит, если он совершил какую-то ошибку. Почему я говорю, поскольку наши Гурварга, они приняли такие правила, предписания, установленные Махапрабху. Они не следуют какому-то Васудеву или Видивиноду. И Махапрабху хотел так показательно наказать, чтобы люди поняли. И вот это пример для нас, что отреченные люди должны жить достойной жизнью, а не лицемерить. И вот. Если вы хотите развить прекрасные отношения с Чайтаньей Махапрабху, очень глубокие, то тогда мы должны помнить наказание, данное этому маленькому Харидасу. И поэтому Джагадананда Пандит сказал, и вот как точно он сказал, если я скажу, что я совершаю Гура Бхаджан, что Гуранга Махапрабху наш поклоняемый Господь, кто остановит нас от того, что мы провозглашаем себя, что мы тут побрились, поставили тилок, вроде преданные, вайшнавы великие. И каждый может так сделать, но это не признак вайшнава. А в чем настоящий признак вайшнава?
То есть, если кто-то носит туласималу, тилак, канхималы, бриза, то это не признак вайшнава. Некоторые думали, что Бхахин такой не вайшнав, только там харикатху говорит, киртаны поет, что за вайшнав такой. Ни тилака не носит, ни бриза. И вот кто-то о нем подумал так, и тут сразу у этого человека он баджан перестал идти. Харинам перестал повторяться, пока он не понял свою ошибку, пошел к Шиле Бхактивинода Такуру, извинился перед ним. Бхактивинода Такуру засмеялся, что сказать, действительно, я не получил посвящение, вы правы, я не вайшнав, нет, вы вайшнав. И вот посвящение, что это уже может быть какая-то показуха. Ну, то есть нужно еще знать, что такое настоящее посвящение, что мнимое. И вот для отреченных людей, которые приняли обеты отречения, должны следовать им так, как их приняли, например. Если они приняли обет не говорить с женщинами, то ну, если носят шафраны и делают вид, что они отреченные, то нужно вести себя соответствующе. Как можно видеть, какие-то люди в шафране ездят с матаджами, разговаривают с ними, что для людей, находящихся в отреченном укладе жизни или думающих так, выглядит смешно. В моем понимании ачарья должен быть очень строг, как Махапрабху, как Шрила Прабхупад. Может, вы не получите количество, но зато будет качество. И в моем мнении, ачарья должен быть очень строг все время. И в то же самое время он должен быть милостив. Если у него нет милости, то... То есть можно видеть, всякие обманщики ведут себя, и мошенники ведут себя внешне очень мягко, завлекающе. И вот и люди в наше время очень глупы. Вот Рагу Прабху мне рассказал недавно. Тут какая-то матаджи в Бхопале живет, это Мадхья Прадеш, сама она с этого, то ли с Балешвара, то ли с Бхуванешвара. И вот она хочет слушать харикатху. Он слушал, а потом что-то не понравилось и не смогла дальше слушать. Ну, это для некоторых людей какие-то слишком такие жесткие вещи, или сложные для понимания, или какие-то культурные, как сказать, особенности выглядят слишком дико. И вот кто-то там сказал, что совершает гурабаджан, смотрите. Ну, это Махапрабху спутник в этих стихах сказал, что мало говорить, что кто-то совершает гурабаджан. Нужно не только говорить, еще и делать. И вот кто-то если говорит, что Гуранга его поклоняем и Господь, что он слуга Гуранги, этого мало. Нужно еще исследовать ачарану Гуранги Махапрабху. Ачар значит ачарана сиданта, то есть сиданта ачар гуар-вичар. В тот день, когда мы всем сердцем примем сиданта учения и поведения Шримана Махапрабху, тогда мы обретем силу, результат баджана,
не то, что кто-то заявляет, что принял посвящение самого Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, то гордиться этими вещами на каждом углу – это глупо. Когда вы по-настоящему готовы принять Ачарья Дарша Гуранги, и тогда вы обретете силу не до этого. Просто носить тилок и мало, мало. Нужно еще уметь внутреннюю суть, внутренний стержень. Однажды одна вот однажды одна Матаджи из России слушала Харикатху лет 10. Потом пришли со мной во время этого ковида встретиться, спросить Шивмадири что-то, пожаловаться, что какая-то пустота внутри. А почему так? Почему так происходит? И вот если мы слушаем Харикатху и совершаем оскорбление, то результата слушания Харикатхи мы не получим. Еще бывает, что оно в Индии особенно популярно, что многие вещи люди делают на показ, а внутри ничего нет, просто как-то следует какой-то моде духовной. И все. Не понимаю ее сути. И вот Махапрабху наказал маленького Харидаса, и Махапрабху сказал эту шлоку, что отреченные люди, те, кто принял обет нишкинчанов, и те, кто заинтересованы совершать Харибаджан. И те, кто хотят пересечь этот материальный океан. Для них стремиться к Йошиту, к наслаждениям, к стремлению к дешевой славе, богатству. Anyway, you can kill your body, but atma you cannot kill. So suicide means in Bengali and Sanskrit. Bengali and Sanskrit we write. И вот суицид очень греховное дело. На санскрите и бенгали атмахати называется. Но здесь атма, душа, но душа не может быть убита, почему это убийство души называется. Like one, many such thing happening. Many such, not one example.
Вот. Вот в Индии популярно решать проблемы с самоубийством. Тут был один офицер, чуть ли не генерал, он получил харинам от того общества. Хороший человек был. Гурав его звали. Да, да. В общем, был высокопоставленным офицером в этом, в местной полиции, IPS, не знаю, как по-русски, но, в общем, большая шишка. Не бенгалец был, но бенгали знал, но тут как-то ему не нравилась местная политика, местный губернатор, и решил застрелиться в честь, ну, и написал записку, что вот не согласен с вашей политикой, поэтому застрелюсь. А еще вот он по работе хотели куда-то там направить, куда он не хотел. В общем, он как человек, вроде военный, полицейский, не нашел никакого решения, кроме как вину себе перерезать. В Индии популярно из-за английского образования все проблемы решать самоубийством. И вот таким образом тело можно оставить, но толку от этого нет. И вот Махапрабху говорит, что стремление к юшицанге, к дешевой славе, богатству, наслаждением, оно хуже самоубийства. И вот Махапрабху явил вот эту лилу, почему он не встречался с царем. Царь вроде великий, преданный, но Махапрабху, будучи отреченным, будучи саньяси, он как бы не должен встречаться с царями, и поэтому не пошел. Смотрите, Махапрабху очень строг был, но сахаджи все, здесь всего делают смесь, непонятно чего. Хотят все упростить в нашей сампрадае. Тоже большинство ачари сахаджи все упрощают. И Махапрабху не хотел встречаться с царем Пратапарудрой, и в итоге преданные сделали план, что встречаться с Вишой. Махапрабху много раз говорил, если встречусь с наслажденцем, я потеряю свой баджан. Махапрабху говорил таким образом, даже тень, even the shadow of Mataji is dangerous for you. You cannot fear because bonded soul have no sense control. И вот обусловленные души не имеют контроля над своими органами чувств, и поэтому Махапрабху говорил, что очень сложно контролировать чувства. It's very difficult. Махапрабху told. Daru prakriti hare munarupimon. Wooden structure in shop, you know, they are selling garment, nice ready, very beautiful here. Mahaprabhu speaking, even the structure, very nice doll, na? Now at present not wooden is very costly, you know, fiber. They are making. Mahaprabhu speaking. Daru prakriti hare munarupimo. Even it is wooden Mataji. Wooden, made of wooden. Nice Mataji. Mahaprabhu speaking, even Munirishi,
И вот в Индии в общем, мораль в том, что люди, соблюдающие, пытающиеся соблюдать брахмачари, очень вожделенны, и вожделеют даже какие-то манекены и даже таких деревянных женщин. Ну, в смысле, не женщин противоположный пол, поэтому те, кто соблюдает брахмачари, очень беспокойны, недовольны, обеспокоены всем, даже какими-то, даже деревянными женщинами, не говоря уже об всем остальном. То есть такой феномен интересный, что люди соблюдают брахмачари, пытаются, но крайне становятся беспокойными. И винять других в своих этих проблемах. Такой вот побочный эффект брахмачари, если соблюдается, но как-то не так. Ну, не вместо сублимации происходит нечто обратное. И вот некоторые люди, будучи в отреченном укладе жизни, которые приняли обет отречения, но они настолько полны вожделения, что даже услышав женское имя, это уже не все, как сказать, возбуждаются. И поэтому Гурупад Падма много раз говорил до того, из-за британской политики разделения полов, поэтому такие проблемы возникают в нормальном обществе, где нет этой английской политики, разделяя властвы, там этих всех проблем не бывает. Ну, так получается, что нынешний отреченный уклад жизни брахмачарья, саньяса построена на лжи, лицемерии. Большинство саньяси, этих брахмачарьи, носят шафрановую одежду просто для сбора денег и легкой безответственной жизни. Как можно наблюдать, что многие, большинство людей в Индии, ну, не только в Индии, но большинство, будучи, как сказать, нося одежду саньяси, брахмачари и прочее, болтают с женщинами, и не только болтают, содержат их, причем лицемерно, открыто жениться и быть честным человеком они не могут, а воспринимают религию как бизнес и просто занимаются, по сути, ну, по сути, обманывают людей, говорят о том, что женщины общаться плохо, но сами, собственно, этим и занимаются. Это в лучшем случае, причем. А так все гораздо хуже. Вот настоящие саньяси, отреченные, должны относиться к женщинам как к матерям. Вот, и поэтому Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж никогда никаких своих
этих, ну, вообще женщин не называл сестричками или еще как-то, называл, относился к ним как к матерям. Ну, в общем, это все вот эти вышеперечисленные проблемы все от разделения полов. Если этого нет, то никаких этих проблем вышеперечисленных не возникает. Что... А... Это мой комментарий, сугубо мое понимание, наблюдение и исследование. Женщина очень привлекательная и своим очарованием могут очаровать и привлечь, соблазнить многих, особенно для тех, кто пытается как-то воздерживаться от противоположного пола. Как всякие аскеты и остальные. От дисбаланса энергии такое происходит. Как Урваши, она Пураву тут я историю не помню, но суть в том, что она его соблазнила своей Йошит. Ну, причем тут Йошит в хорошем смысле. Йошит с этой... В общем, если с ним кто-то пытается следовать Брамачари и Саньяси, не должны гордиться этим. И вот... в обществах, где скотское отношение к людям и политика разделения полов, то такие вещи происходят, что люди даже не могут потерпеть там тень женщины или там как-то если она одета как-то не в мешке и, ну, и все остальное. Это можно наблюдать как в Индии, в мусульманских странах и во всех других странах с такой политикой. Then why Gosaiji don't like to meet with me? This kind of wrong conception, this kind of story going on. I think it is wrong. I don't believe this story. Another story going on. Sri Rupa Goswami has done some mistake, losing bhajan. All different kind of story going on. Problems, no. But they going to speak this way, that Rupa Goswami never wanted to meet with И вот во Вриндаване где-то была преданная Мирабай, она была такая знаменитая преданная Кришна. Все, она считала, что единственный этот герой Кришна, единственный мужчина во Вриндаване это Кришна, все остальные его йошиц, его, значит, как я, ну, его объекты наслаждения. Но Рупа Госвами Пад с ней встречаться, не встречаться, как обсуждать что-то не захотел. Хотя она была преданной Кришне, причем она, Рупа Госвами Пад внешне должен был соблюдать все эти правила, не разговаривать с женщинами. Но опять же, ты можешь вспомнить, что это было в мусульманской стране, поэтому были мусульманские правители, были мусульманское правительство, нравы и обычаи, поэтому встречаться с женщинами угнетались и не считались людьми, как в исламе. И поэтому
здесь, ну, для людей того времени, находящихся в тех обстоятельствах, разговаривать или встречаться с женщинами, назначать их на какие-то посты, было неприлично. Вот поэтому тут такое женоненавистничество внешнее можно наблюдать просто из-за того, что это был мусульманский строй и мусульманские правила. Иначе их просто бы там как казнили, убили, поэтому надо было внешне следовать вот эти мусульманщине. И вот что значит? Что слова Шрилы Прабхупады, что он может опуститься на любой уровень для проповеди, подлинной проповеди Шри Чайтанья Махапрабху. Вот тут пример с мясом. Те, кто покупает, готовит, убивает, разрешает и зарабатывает на этом, они все повинны в убийстве. То есть тут надо понять правильно, что это значит. Опуститься на любой уровень, что это значит. Вот Махарадж несколько дней говорил. Что мы должны брать все преимущества, чтобы наша проповедь была великолепна и широка. То есть нужно принимать какие-то положительные вещи. И вот однажды Шрила Прабхупада заказал какую-то еду мясную из Grand Eastern отеля для губернатора Бенгала. Тоже зачем это сделал? Странное такое поведение. Обычные люди не могут этому следовать. И если кто-то следует этой процедуре, то проблема не возникнет. Но он это сделал для проповеди, чтобы губернатор пришел в храм, повторял харинам, увидел божества преданных, что-то сделал полезное для них. И вот Рупа Санатар, Рагунат Бата и остальные, они как проповедовали, они проповедовали внутри Индии. Ну, даже не Индия, а вот этого штата, где они жили. И однажды царь Дели хотел пригласить Джива Госвами Пада, чтобы решить какую-то проблему. Вот спор был между о том, что Ямуна и Ганга, что положение их, кто из них занимает более высокое положение. Рупа Госвами сказал, я тоже не буду ночевать в Дели, и сказали, хорошо, мы вам организуем сверхбыстрых арабских лошадей, они вас домчат до Дели и обратно, и ночевать будете в своем Вриндаване. И вот его Ачарон, это тоже проповедь или особый случай. И вот Рупа и Санатан, их Ачарон, это их поведение, их жизнь, это есть проповедь. Они проповедовали по указанию Гуранги Махапрабху. Гуранги Махапрабху, он хотел, дал указание Рупе Санатане, идите во Вриндаван, найдите все места лил и пытайтесь понять все
места лилы, восстановить их, описать их славу. И вот по указанию Гуранги Махапрабху они занимались этим служением. Но в то же самое время и вот они написали также множество книг по указанию Махапрабху и решили проповедовать. Поскольку книги написали, надо их как-то распространить. И вот нужно понять Сиддханту. И вот написав Джива Госвами Пад, в общем, потом они состарились и ушли из этого мира. Гопалбата Госвами еще был жив, и много раз я говорил, что Шьямананда Прабху, Шринивасачарья и Нарутам Такова, и все они приняли Джива Госвами Пада как Шикша Гуру и начали. Шринивасачарья, он ученик Гопалбата Госвами, Шьямананда Прабху, он ученик Рагав Чайтани. И на вот там такой учеником Лаканата Даса Госвами. И вот некоторые люди как кичатся своим гуру, но они не имеют представления о гуру-татве. Гуру-татва — это одна единая татва. Смотрите, Лаканат Госвами Нарутам Такву сам пишет в киртане. И вот в киртане Нарутам Такву пишет. И вот когда же Лаканатх приведет меня к Рупе Госвами, чтобы передать меня ему. А сейчас многие борются, кичатся своим гуру. Смотрите, Шринивасачарья, ученик Гопалбата Госвами, отдал своего ученика Дживи Госвами. Сейчас люди не имеют даже основного представления о гуру-татве, поэтому множество недопониманий возникает. Вроде они изучают что-то. Извиняюсь, это следующее, продолжает Махараш мысль, вот он и Крама Сандар, в общем, 6 сандарх изучал у него. В общем, он изучил от Джива Госвами Пада все эти сандархи. И Джива Госвами Пад после того, как обучил его, решил, сказал, бери все эти книги, грузи на бычью упряжку. И вот они погрузили эти книги в ящиках. И вот Рупа и Джива Госвами Пад, они писали все эти книги всю жизнь буквально. Мы знаем, что в Мадан Махан Хере есть самадхи книг Госвами, в смысле Рупы и Санатана Госвами. Они написали книги, которые а кто их читать может? Даже полубоги не то что недостойны, они слишком возвышенные вещи там описываются, что даже полубоги недостойны читать. И решили все эти книги
погрузить самадхи, поскольку все люди прочитают, могут превратно понять сокровенные лилы Рада Говинда. И вот они решили. И, в общем, они решили, что эти книги для проповеди слишком возвышены, решили их закопать в самадхи, чтобы люди, не дай Бог, не поняли неправильно то, что там описывается. И вот, после этого они... И идите и проповедуйте. И вот наши три ачарьи, Шриниваса ачарья, Шримананда Прабху и Нарутам Такур, они начали проповедовать. И вот они через лес поехали, достигли Вишнупура, Бакура, и там местный царь, в Вишнупуре как раз Махарадж там один раз был. И там вот, книги украдены были. Вот у царя был астролог, сказал, что там великое сокровище, тут везут нам. И царь решил все это прихватизировать. И вот царь с разбойниками ночью пошел и украл эти книги, думая, что там великое сокровище. И потом они расплакались, что о Бхагава. Это потом было. Вот эти преданные расплакались, то, что книги украдены. Зачем это? В чем воля Бхагавана? Поскольку если бы Бхагаван не хотел, то книги бы не украли. И вот они постились и чудо случилось. Что за чудо? Царь Вишнупура с утра, он повел себя как джентльмен, как порядочный человек. Ночью занимался воровством. И в итоге, по желанию Бхагавана, Шринивасачарья сказал, что я освобожу все эти книги, освобожу это скрытое сокровище. Вы идите, не беспокойтесь, и следуйте указанию Гурудева, я тут останусь выяснять, где книги. И вот Шримананда Прабху пошел на юг, в Миднапур, вот, в ту область, да, вот там такое, другую сторону, на восток, Манипур, Мизорам, Трипура, в ту область пошел проповедовать. Да, вот там такое. На востоке проповедовал, тот на юге Бенгала. И вот Шринивасачарья пошел на Бхагават-катху там, в этом Вишнупуре, поскольку царь еще с утра Бхагаватам слушал. Ну, такую тройную жизнь был. С утра Бхагаватам слушал, днем порядочным человеком был, но ночью вором. И вот... И вот у этого Шринивасачарьи какие-то признаки экстаза, наоборот, возмущение возникло. И царь спросил, что с тобой? Тот сказал, что тот Бхагаватам читает, но сути вообще не понимает, вообще не въезжает, что такое Бхагаватам. И ему сказали, ну ты что, лучше можешь, вот давай мы тебя послушаем. И вот и он начал читать, объяснять Бхагаватам, и царь был восхищен, что да, действительно, где ты раньше был. Такие великолепные комментарии, такое глубокое объяснение. Царь был очень глубоко восхищен, им хотел получить посвящение от Шринивасачарьи. Но в итоге внезапно
весь их багаж с книгами тут обнаружился у царя. И царь Вишнупура, он был вором, разбойником. Днем Бхагаватам слушал, но его сердце изменилось, и он стал настоящим великим преданным. И вот он, его жизнь, жена, Махарадж, был в том месте, где Шриньвас получил посвящение, там этот царь, там храмик такой маленький, посреди поля буквально, в Бакуре. Бирга Вишнупур, ну, деревня там, в общем. И вот, когда царь стал преданным и принял Шриньвасачарью как гуру, то проповедь автоматически начала происходить. Можно вспомнить Сидданту из Бхагаватам, почему Бхагаван Шри Кришна хотел занять Прахлад Махараджа в царствовании. Почему Бхагаван хотел занять Друва Махараджу в царствовании? Почему Бхагаван хотел занять Ютишью Махараджу, чтобы не были, был царем, хотя Бхагаван, с одной стороны, он знал, что они отреченные, имеют качество отречения. Друва Махарадж же сказал, что не надо, не хочу быть никаким царем, но Бхагаван сказал, ну ты же хотел, поэтому просил, поэтому давай становись царем. Ну, это и раньше хотел, сейчас уже не хочу. Ты явился передо мной, поэтому царем я передумал быть. Бхагаван очень хитер, умен. Если Прахлад Махарадж, смотрите, и Прахлад Махарадж тоже как-то хотел отвертиться. Но Бхагаван сказал, нет, ты должен занимать царский пост, поскольку если царь преданный, автоматически все его подданные, они вдохновляются им, пытаются ему следовать, и вот во что смотрятся, в то и обращаются, и сами становятся преданными, или, по крайней мере, качество у них гораздо лучше становится. Друва Махарадж, Прахлад Махарадж, Ними Махарадж. Вот карачик будет там, про Ними Махараджа будем говорить. И вот желание Бхагавана в том, чтобы преданные занимали какие-то руководящие царские посты. И вот он проповедовал там Рархадеш, Бирвум, Бакура, Брадаман, вот эти области. Рардеш, это вот Бенгальская область, Экачакра, где, в той области. И вот в том, все стали там преданными благодаря проповеди Шриньвасачарьи. На востоке Бенгала, ну, в соответствии с индийской картой, вот на востоке Индии, как бы. Дальний Восток, это как бы не совсем в Индии, а вот, вот на востоке Индии этот народ там так проповедовал. И поэтому благодаря Нарутам Такуру все вот это преданные с той стороны. В Бангладеше даже осталось 7% хинду. Много преданных приезжают ко мне с Бангладеша, как-то пытаются. On what ground you are coming?
Ну вот тут закон новый в Индии наконец-то, что можно в Индию приехать на, и получить там то ли вид на жительство, то ли гражданство на основе религиозных убеждений. И раньше такого не было. Вот тут недавно приняли это, то есть новые поправки к закону о гражданстве, то есть 10 марта, то ли что-то такое. Это ж у нас сейчас что-то собирается порядок наводить. Кто тут по религиозным убеждениям живет, а кто просто непонятно чем занимается. И вот благодаря проповеди Нарутам Такура, вот это Бангладеш, вот это вот эти все прилегающие к нему области, там стало много преданных после того, как Бангладеш отделился, там мусульман 93% стало от населения. Ну, они такие люди вспыльчивые, опасно с ними. И вот благодаря проповеди Нарутама Такура те люди с той восточной части Индии, они полны преданности. А вот Шьямананда проповедовал вот в середине Бенгала где-то. Вот с этого Вишнупура до начала Рисы, Вишна Чакравати, как проповедовал, он писал комментарии в соответствии с желанием Гауранги Махапрабху. Вишна Чакравати написал множество книг. Книгу Парасататви он тоже написал. И в соответствии с желанием Махапрабху, Рупа Госвами Пад хотел утвердить Расататву Сиддханту. И наш Санатан Госвами Пад тоже Шрути и Смрити. Джива Госвами Пад хотел утвердить Сиддханту Махапрабху. Рагунат Дас Гасай, он хотел Расататву описать, как делать, совершать Харибаджан, повторять. И вот он само что делал, он повторял два лака Харинама, 2000 вайшнавам кланялся и повторял их имя, это каждый день причем. И вот он кланялся, предлагал полный распростертый поклон и повторял вот имя Вайшнава, вот как Махараджи говорит, и кланялся так 2000 раз. Ну, сейчас люди слабые стали, даже три раза поклониться не могут, а тот 2000 раз ежедневно кланялся. Preaching was done by Vishnu Priyadevi also. The conduct, the acharan of Vishnu Priyadevi also. Janavata Thakurani is a great teacher. И вот Джахная Мата Такурани, она тоже великий проповедник Нитьянанды. Она спутница Нитьянанды. И вот Гуранга Махапрабху Нитьянанда. Рупа Санатана, Вишна Чакравати, Баладев, не Видибушин Чакравати, а вот они проповедовали. Потом промежуток, тьма снизошла, и был какой-то промежуток, ничего не было. Потом явился Бхактима Такур, он возродил все это, он представил шастры в таком виде, что сложные шастры даже стали в его интерпретации, стали очень просты для понимания, и это особенность Шрилы Бхактивинода Такура. То, что Шрила Бхактивинода Такура, когда писал, объяснял сложную Сиддханту шастру, он представлял это так, таким простым и понятным языком, что это просто восхитительно. Он написал множество книг, и даже после получения посвящения, точнее, перед получением посвящения, он написал множество замечательных книг, и как возможно такое, что перед тем, как он получил посвящение, написал множество замечательных книг.
Это говорит о том, что он вечный спутник Гуранги Махапрабху, поскольку по идее только после получения настоящего посвящения мы обретаем силу Гурудева. Как в случае вот в виде Винода Васудева можно видеть, как, когда после того, как они получили посвящение Шрилы Прабхупады, они обрели огромную силу, они писали замечательные статьи, замечательные книги. Но потом, когда они ушли от Шрилы Прабхупады, они потеряли эту великую силу и начали писать какую-то ересь, ерунду, и уже видно сразу, что они потеряли эту силу. Ниже проповедь, не обижайтесь, не пытайтесь злоупотреблять мои седанты. Проповедь возможно тогда, когда мы полностью утвердились в Гуру Парампаре, в очаровании Гуранги Махапрабху. И вот и также я хочу сказать, Шрила Прабхупада сказал, что проповедь может быть позитивной и негативной. И если мы принимаем негативный способ проповеди, то тогда очень много людей придет. Если говорю такую харикатху, мало кто может понять ее, может сложна для понимания, поэтому а у сахаджи, если посмотреть, у них все очень просто. Все упростили до невозможности, последователей у них очень много. Но сам Шрила Прабхупада сказал, проповедь может совершаться позитивным и негативным образом. И вот Хираньякашипу, Хираньякша, Камса, они тоже проповедники, но косвенно проповедуют, атакуют Кришну, пытаются убить Кришну. И вот те, кто пытаются уничтожить Гаудемати, Гаудисиданту, они тоже проповедует, но в негативном ключе. И думают, что они успешны. Но опять же, это в соответствии с их представлениями об успехе. И вот на все. И вот кто-то проповедует тем, что пытается как-то уничтожить Гаудиматхи, преданный Гаудиматха, но научно я могу доказать, что такая проповедь, она не позитивная, она негативная. И если мы могли бы совершать позитивную проповедь, то эффекты и последствия были бы другие. Вот некоторые проповедуют как Камса, Тринаварта, такая негативный стиль проповеди, он быстро. А позитивная проповедь, такая харикатха, это долгое время занимает для проповеди. Она очень долгая, но стабильная и надежная. Если кто-то не может принять мою харикатху, это значит, что я говорю о том, что говорил Шрила Прабхупада, это достаточно сложно для понимания, принятия для многих людей. И я никогда не боюсь говорить об абсолютной истине. Конечно, я могу заниматься негативной проповедью больше, чем вы, петь песни какие-то, кривляться, шутить, танцевать. Ну, такая простая проповедь, для, как детсада буквально. Тогда слушатели, даже если просто льстить всем подряд, говорить, что все хорошие, всех поддерживают, и то слушателей, последователей станет гораздо больше. Вот. И вот после Вишванатха Чакравати Баладева Видьябхушана тьма опустилась на небеса Гауди и закрыла буквально солнце, горизонт духовного Гаудия Бхаджана. И после этого Шрила Бхактивинода Тхакур пришел в форме седьмого Госвами. И случилась эволюция, революция. И после этого что случилось? Бхактивинода Тхакур, он Шрилу Бхактисиддханту, он оставил своего представителя Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати. И вот
одну Сидданту я сказал достаточно давно, что Садгуру один из признаков, он должен оставить сияющий, как от преемника, настоящего ученика, сияющего ученика, признак Садгуру. А после Садгуру, ложных гуру, можно наблюдать, что после них не остается никаких настоящих последователей, одни мошенники. Вот, но признак Садгуру в том, что когда Садгуру уходит из этого мира, он должен оставить какую-то сияющую лампу буквально, какого-то настоящего ученика. Конечно, может весь мир не понять, кто есть кто. Но оставить Садгуру, настоящий Садгуру, когда он ушел из этого мира, это, опять же, не значит, что это следующий ачарья, совершенно не значит то, что занимающий его пост имеет какое-то отношение к предыдущему ачарье. Но некоторые люди так думают, и это далеко не всегда правильно, это очень редко. Если кто-то принимает падшую душу как ваш идеализм, то что же ожидать? У каждого, у многих такое превратное представление, что следующий, ну, ачарья, в смысле, занимающий пост ачарья, следующий человек, занимающий пост ачарья, он его преемник, это далеко не так. И очень редко. Вот Махараш на Бенгале две лекции произнес. Пенальти в Гуру-гире, ну, о том, что о Гуру-татве, что сила, духовная сила, она далеко не всегда к следующему, ну, к официальному преемнику переходит. То есть Гуру не берет взяток никаких. Преемник мог просто захватить власть физически, а сила, духовная сила может течь другим образом, по другому каналу. То есть люди путают духовность и постачарья. То есть это духовная духовность, она может течь совершенно другим путем, поэтому нужно быть внимательным и смотреть именно за духовностью. И вот когда Садгуру уходит из этого материального мира, он должен оставить какой-то сияющий пример за собой. А Садгуру не может поддерживать парампару. Все его эти ученики и последователи, они как-то, ну, пропадают. Не то, что пропадают, нету настоящих таких преемников, последователей. И вот признак Садгуру, то, что он всегда оставляет за собой своих настоящих учеников, которые подобны ему. Бхарати Махарадж много раз говорил, когда я говорю об абсолютной истине, абсолютном образе, может, это против кого-то получается, но это не критика. Это просто название вещей своими именами. Как вот Сахаджи и Бабаджи говорят, Шри Прабхупаде, вы говорите свою харикатху, зачем нас трогаете? Мы вам что сделали? И вот Бхарати Махарадж много раз говорил то, что Садгуру, он вынужден говорить об абсолютной истине, даже если это вроде кому-то не нравится или чьи-то интересы задевают. Это не значит, что он кого-то критикует, он просто говорит и называет вещи своими именами, говорит об абсолютной истине. Не нравится — не слушайте. И вот таким образом я уже сказал в И вот Шрила Бхактисиддханта Такура после своего ухода оставил такой ярчайший светильник Шрилу Прабхупаду, Бхактисиддханта Сарасвати. И вот если я говорю, что после того, как Шрила Прабхупада ушел, все, если кто-то говорит, что после ухода Шрилы Прабхупады Гаудия Матха развалился, и ни одно
проповедника не осталось, это говорит о том, что Шрила Прабхупад – падшая душа, поскольку не мог оставить даже одного ачарью. Если кто-то говорит, пытайтесь понять, снова и снова я говорю, если кто-то говорит, что нет никакого ачарьи сейчас, никакого чистого вредного, все ушли, то это говорит о том, что я Майявадис. Я говорю так, что никакого ачарьи нету, то такой человек Майявади, поскольку я доказываю, что Бхагаван Джаганнат беспомощен и не способен даже оставить одного ачарью, чтобы спасти нас. Это не жалоба, как сказать, но претензия к Джаганнатху. Если кто-то говорит, что никакого ачарьи в мире не осталось, один я ачарья, это признак того, что человек Майявади. Это называется Майявади. Хотя внешне могут притворяться, что это какая-то гауди философия. Но смотрите, Джагнат, он всемогущий, несомненно, он оставит какого-то своего представителя, настоящего преданного в этом мире. Если он не может, то получается, что Джагнат беспомощен. И такие мысли — это признак Майявади вичара. И если кто-то говорит, что не осталось ни единого ачарьи, значит, такой человек Майявади. Я могу математически доказать, если они придут ко мне, я не боюсь. Но Гуру есть. И вот если кто также говорит, что после Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати, после того, как он ушел из этого мира, никого не осталось, то это неправильно. Потому что тут еще есть йога майя, которая хочет одурачить нас и сделать проповедь быстрой. То есть много факторов надо учитывать. Если кто-то говорит так, что после ухода Шрилы Прабхупады никакой проповеди не осталось, а только непонятно какие падшие души, которые только едят и спят. Это говорит о том, что с ваших же слов Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, которого вы приняли как гуру, он беспомощен, что даже не может оставить после себя настоящего ачарью. Хотя главный сиддханта в том, что Шрила Прабхупада настолько успешен, что после его ухода, посмотрите, осталось множество его замечательных учеников, настоящих ачарий. Но мы должны думать, куда мы попадем после смерти, и поэтому нужно думать, что мы делаем в этой жизни. И вот сиддханта в том, что Шрила Прабхупад сказал, ачарья не может быть выбран или избран. В смысле, он может быть назначен, но выборы. И вот Шрила Прабхупад, когда он никого не назначил, значит, что он отдал это в руки Нитянанды и Гуранги. Он подумал, что множество из них могут действовать как ачарьи, как посланники Махапрабху, поэтому кого-то конкретного не назначил. Кто сделал Рамануджа ачарью ачарья или Мадва ачарью ачарья? Нет, они все самопроявленные. Мы должны понять это сиддханту. Некоторые люди пытаются дурачить людей, как в Гауди Матхе. И вот я имею полную уверенность, что преданный в Гауди Матхе, один могущественный. И вот настоящий преданный Гауди Матхе
стоит сотням тысяч преданных с какой-то другой непонятной организации. Кто предан или лицемер, время покажет. Гурупад Падма часто говорил, что то, что как бы не все настоящие преданные, нужно смотреть на факты. И настоящие преданные стоят многих и многих других. Как можно вспомнить случай с Адвайта Гасаем, когда он... Во время Шрадха первым посадил кормить Хайдас Такура, а тот стал возмущаться, что тот же Браман, а Адвайта Гасай сказал, что смотри, в Писаниях сказано, что даже сотни тысяч браманов, они не равны одному чистому преданному. Это Сиддханта, сказанное Махавишну Адвайта Гасаем. И вот таким же образом я говорю, настоящий чистый преданный Гаудия Матха. Он стоит сотен тысяч и больше таких каких-то обычных преданных, обычных преданных какой-то непонятной организации. И в этом Сиддханта. И поэтому глупо говорить, что после того, как Шрила Прабхупад ушел из этого мира, все развалилось. Это мысли Майявади. Если вы по-настоящему приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, то это оскорбительно. И вот однажды Махараджа обвиняли в том, что он деструктивной деятельностью занимается. Я в ответ написал, ну что, если я утверждаю Сиддханту в соответствии с Сиддхантой Гурваги, то если вы считаете, что это разрушение, ну, деструктивная деятельность, а с вашей стороны, если какой-то саньяси брюхатит женщин в разных странах, то это конструктивная деятельность ли? То есть некоторые думают, что если какой-то саньяси брюхатит женщин в разных странах, это конструктивная деятельность. А если я пытаюсь утвердить Сиддханту, то это деструктивная деятельность. И вот это такой знаменитый Ачарья Махараджа пытался пристыдить, думая о том, что он занимается деструктивной деятельностью. И вот после ухода Шрилы Прабхупады осталось много ачарий. В то же самое время ачарья, он самопроявлен. И что Шрила Прабхупад хотел сказать? Ачарья, он самопроявлен. И поэтому Шрила Прабхупад, он тоже был самопроявленным ачарьей. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шридхар Махарадж. Я не говорю о всех. Как Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, в его жизни невозможно найти ни единой неправильной сиддханты. Вот если человек живет отреченным укладом жизни, то противоположный пол, матаджи не должны ему гирлянды предлагать, массаж делать, готовить, кормить и все остальное. То есть нужно либо крестик снять, либо трусы надеть, как-то определиться. И вот для отреченных такие правила. Но опять же, откуда они возникли, надо подумать. И вот однажды один молочник, который Махапрабху в детстве приносил йогурт, что там масло, молоко, еще что-то. Однажды он пошел в Пури встретиться с Махапрабху. Махапрабху увидел и сказал: «Парамешвара, ты пришел».
Он очень просто сердечен. Сказал, мать Мукунды тоже пришла. И вот Махапрабху, услышав это, он как засмущался. Это учение Махапрабху. И вот я могу с уверенностью заявить, что если вы хотите узнать об учении Шри Чайтаньи Махапрабху в первозданном виде, вы должны следовать Шриле Прабхупаде, Бхакти Сиддханте Сарасвати, Бхакти Натакуру, Шриле Кеша Махараджа, Шридхар Махараджа. Если вы пойдете в какое-то другое общество, там ничего не получите, я три раза говорю. И вот проповедь, к сожалению, так исказилась. Я признаю это, что, но все же проповедь должна происходить. Если вы слепы, вы не увидите никакой связи, если зрячи, то увидите. И таким образом. Не только это после этого поколения, следующее поколение, так или иначе, где-то какие-то преданные должны быть, чтобы проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху в первозданном виде. После того, как Шрила Прабхупада ушел, Шридхар Махараджа ушел, Кешава Госвами Махараджа ушел, или мы уйдем, проповедь, она должна продолжиться, эта сила Шри Чайтаньи Махапрабху, так или иначе, мы должны найти источник. Если вы искренне, вот мы обретаем садусангу, но из-за лицемерия не все могут получить результат этой садусанги. И вот мы должны следовать Сиддханте и наследию Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханте Сарасвати. Если мы не можем следовать ему, мы не достигнем успеха. И вот очень сложная процедура, запутана сейчас. Можно видеть, некоторые пытаются купить все, имея деньги, думают, что деньги — это главное для проповеди. Даже я тут, вот тут храм кто-то хочет купить, а тут Саньяси Ачари, он меня знает, уважает, но внешне, но храм все-таки решил свой продать. Мне они бы его никогда не отдали, но какой-то организации готовы продать. А Махараджу не отдадут, поскольку он там бы начал говорить Харикатху. Многим это не нравится, поскольку Махарадж ничего не стесняется и называет вещи своими именами. И вот Махараджу не нужно никуда ездить, просто находясь на Новодвипе в Майяпуре, может проповедовать по всему миру. И вот в Чагде, в Джагат Мандире я говорил. И вот здесь тоже есть матха один саньяси живет с какой-то женщиной, уже последние 25 лет, но храм свой продал уже. Вот. Поэтому тут одна известная организация может захватить, купить все храмы, но построить храм в сердце они не могут. И это наше желание.
утвердить, установить, открыть Шри Чайтанья Махапрабху в сердце каждого. Это наше желание открыть храм в сердце каждого. Конечно, бывают предатели, я вот, держа Чайтанья Бхагавату, говорю, они не хотят никак кооперироваться со мной. Если они будут кооперироваться со мной, даже недели не займет. Я могу эволюцию устроить, но многим проще продать свой храм и на этом закончить, уйти на пенсию. Шабхакти Пашудьям, Ниджаваджана Мудрам Упадишам, Сачайтанна Кингиме, Пунарапидишвари Асвати Падам, Ванчакарпатарасики Пасанди. Пасиданан Бхаванапарушна Пьо. Эксит Китан.